используем только открытые данные, можно так сказать. И основой сервиса являются спутниковые снимки с американских космических аппаратов, которые дают наиболее стабильный и качественный результат. Наш сервис сейчас единственный такой вот в интернете публичный, который объединяет данные всех трех спутников. При этом мы планируем подключать новые возможные источники данных. Мы используем ветер, опять же, тоже из американской метеорологической базы. Мы консолидируем эти данные на одной карте для того, чтобы пользователи сервиса, они могли хотя бы визуально совместить данные о пожарах и данные о направлении скорости ветра и сделать какие-то выводы. Как правило, пожар, к сожалению, горит где-то как раз, где нет крупных городов, как раз на межнаселенке. И поэтому там нам очень не хватает метеоданных для того, чтобы мы могли сделать какую-то более продвинутую модель прогнозирования пожаров и связанных рисков. Когда где-то рядом горит пожар, его площадь сильно растет, и есть информация прогнозная, достаточно точная о том, что направление ветра поменяется в сторону какого-то того или иного населенного пункта, то нужно принимать срочные меры. И желательно еще уметь предупреждать в этих случаях население. Кроме этого, мы используем новостные источники. У нас эта информация геолоцируется, она привязывается к карте и, опять же, дает более комплексный анализ для пользователей нашего сервиса. Есть новые системы детектирования пожаров, которые используются для раннего обнаружения. Это системы наблюдения пожаров с вышек. Эти базы, тем не менее, данных существуют в региональных лесхозах, насколько мы знаем, которые закупили к себе такие системы видеомониторинга. И опять же, эти данные, которые, конечно же, закуплены за бюджетный счет, они должны быть доступны. И наше предложение заключается в том, чтобы такие региональные лесхозы, они бы предоставляли возможность интегрирования этих данных в некую общую систему. Пусть даже это будет государственная система, из которой эти данные можно было бы экспортировать. Вообще технически возможно. То есть не в виде сводок на сайте, да, которые не машинно читаемые, а в виде какой-то базы данных, в виде сервисов экспорта. Тогда бы мы могли совмещать эти данные с данными космического мониторинга, и тем и другим системам было бы полезно.